Сегодня на кухне я обнаружила неопознанный объект на стене. Я решила снять его и рассмотреть поближе. Ребята сказали мне, что это уроплятус, такой необычный геккон, маскирующийся под листик с дерева. Не знаю, что там с листиком, лично мне это лицо показалось очень знакомым. Это же вылитый крокодил Гена из мультика. Поэтому я решила так его и назвать. Еще ребята сказали, что Гена очень спокойный и контактный зверек, но он так подозрительно смотрел на меня и облизывался, что у меня закрались подозрения по этому поводу. Как вы думаете, может, он хочет съесть меня?